мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют Ефремов день. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память преподобного Ефрема Сирина, иеродиакона, преподобного Феодосия Татемского, игумена, преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита, преподобного Ефрема Печерского, епископа Переяславского, преподобного Палладия Антиохийского, сирийского пустынника, преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского, и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Сегодня также празднуется икона Божией Матери Тотимская Сумаринская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родится в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшей в мир иной. Смущаясь.